Всем здравствуйте! Мы решили запустить серию видео под названием «Вопрос-ответ». В связи с тем, что мы катаемся уже не первый год, как вы можете наблюдать на нашем канале, и у людей скопились однотипные вопросы. И чтобы вам было проще найти свои ответы на ваши вопросы, мы решили выпустить рубрику «Вопрос-ответ», где вы будете находить интересующие вас ответы. И начнем мы сегодня с вопроса, который вы довольно-таки часто задаете: как техника упаковывается, нужно ли вам обрешетка или нет, сколько времени доставляет доставка и сколько стоит. Для примера мы возьмем доставку из города Великие Луки, где мы находимся, в город Новосибирск, к Василию, непосредственному разработчику и родоначальнику этой техники в нашей стране. По приходу техники Василий покажет, за сколько времени дошло и какая стоимость доставки обошлась. И заодно мы с вами посмотрим, в каком состоянии приходит техника в город Новосибирск из города Великие Луки. Смотрим, не переключаемся. Всем пока-пока. А сейчас давайте переместимся в Новосибирск. Из города Великие Луки груз был успешно отправлен. Ровно через 7 дней прибыл на склад, на терминал в городе Новосибирск компания Байкал Сервис. Единственное, что для меня было не совсем понятно, что уведомление было прислано в ВКонтакте сообщением, и я об этом узнал только через день после того, как он прибыл. Но тем не менее, я сам позвонил в компанию, мне сказали, что груз ожидает, бесплатное ожидание 3 дня. В некоторых городах бесплатное ожидание 2 дня, поэтому нужно уточнять. В принципе, груз прибыл без нареканий. Хотя и нету здесь обрешетки, все достаточно сохранное. Груз не тяжелый, один человек может его поднять. Снегокаты приходят в таком виде. Две коробки, достаточно хорошо упакованы. Я при транспортировке здесь порвал коробку, но я думаю, что это не повлияет ни на что. Распечатаем. Здесь у нас лыжа с быстрым съемом. И гусеничный модуль. Инновации. Распечатываем вторую коробку. Здесь возможно установить аккумулятор. Штатная базовая версия не предполагает установку аккумулятора, но можно заказать его отдельно. Здесь у нас инновации, быстрый съем. Вот эти штифты не позволяют провернуться. Эта штука у нас поджимает. Удобно, быстро. Теперь ставим фиксатор.
затягиваем аккумулятор. Собственно говоря, техника собрана, это не заняло у нас много времени. Для сборки не нужен специальный инструмент, все собирается на быстросъемах. Я сейчас уже тестирую, проверяю этот снегокат. Позже я расскажу сравнение между снегокатом Snow Hunter Sport и обычным Snow Hunter. Поэтому пишу свои ощущения, чувствуется ли прибавка мощности. Так что подписывайтесь на канал, всем пока!